Уважаемый Алексей Владимирович, приветствую вас в Ереване и очень рад, что вы участвуете в форуме российских бизнесменов. Это очень важное мероприятие для нас и надеемся на привлечение новых российских инвестиций в Армению. Конечно же, в этом плане мы очень заинтересованы, чтобы российские бизнесмены армянского происхождения, они были активными, особенно сейчас, когда мы заходим в период послевоенного восстановления. И в этом ключе очень важный повод это еще и обсудить наши текущие дела по поводу трехсторонней рабочей группы, которая занимается вопросом исполнения, вопросом открытия региональных коммуникаций, которые обговорены в трехсторонних заявлениях 9 ноября и 11 января. И как я неоднократно об этом говорил, мы очень заинтересованы в открытии коммуникаций, потому что мы оцениваем это как возможность преодолеть блокаду Армении, в котором, к сожалению, мы находимся в течение больше чем 25 лет. Надеемся, что придем к конкретным решениям. И я хочу поблагодарить еще вас за хорошую организацию работы трехсторонней рабочей группы. Все организуется на очень высоком уровне. И я очень рад, что вы проявляете такой живой интерес к этому вопросу. И для нас очень важно получить, наконец, железнодорожную связь с Россией, который вообще откроет новые возможности для развития нашей экономики и в смысле нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе, сделает наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе эффективное, я думаю, в разы. Так что это очень важно. Я надеюсь, что удастся прийти в скорейшем будущем к конкретным решениям. Спасибо, уважаемый Николай Иванович. Большое спасибо, что нашли время встретиться. Как мы с вами говорили во время нашей последней встречи здесь, в Ереване, мы будем организовывать российскую бизнес-миссию в Армении. Это будет первая бизнес-миссия в постковидный период. Эта бизнес-миссия находится здесь сегодня, и с утра мы провели уже целую серию круглых столов, на которых собрались представители армянского и российского бизнеса. Мы с Самгеном Георгиевичем прошли сегодня по всем круглым столам, а это круглые столы и по вопросам развития инфраструктуры, транспорта, энергетики, охраны природы, инноваций. И самое главное, что происходит, это то, что люди между собой общаются. И есть представление каких-то проектов, и дальше идет обсуждение, и люди хотят завязать между собой контакты. То есть это работа на будущее, и это очень хорошо, собственно, ради этого мы и приехали, чтобы восстановить эти связи, сделать их еще более тесными и лучшими. Действительно, есть возможности, и здесь присутствуют представители российских институтов развития, ВЭБ-РФ, Российского экспортного центра, который, в свою очередь, обладает также возможностями финансирования экспортных сделок и страхования экспортных сделок. То есть этот инструментарий, он действительно может работать, весь этот инструментарий может работать для того, чтобы мы более эффективно осуществляли экономические связи, развивали их, и выводили наши экономические отношения между Россией и Арменией на тот уровень, который они должны занимать.